Всем привет! Попала мне сегодня на обзор вот такая вот интересная колоночка под названием Blue Edio MS. Работает данная колонка через индукционную какую-то технологию. Как она работает, честно, понять не могу. Ну, в плане того, как вообще это устроена технология. Но как это делается, ну, как работает, я покажу. Да, масло масляное, ну что поделаешь. Вот такая вот колоночка. Сзади у нее находится динамик. Один динамик находится. Вот здесь есть вот два вот таких вот псевдодинамика. Но это обманка. Это просто обманка. Вот. Снизу у нее резиновые ножки. А спереди два штырька для установки телефона. И специальные кнопочки. Вот, при нажатии вот на эту кнопочку загорается сверху лампочка. Ну, это чисто декоративная функция. Ну, и здесь вот еще кнопка включения и выключения. Как работает данная колонка? Сейчас покажу. Беру телефон. Вот. Включаем музыку. Вот. Музыка играет. Напомню, у колонки нет ни Bluetooth, ни какой-либо другой, ну, технологии. Я просто взял телефон и поставил его на вот эти вот штырьки и прислонил к этим двум кнопочкам. Беру второй телефон. То есть я сразу говорю, телефон без NFC. Ну и на вопрос, как регулируется громкость, сейчас покажу. Вот в эту сторону не работает. Вот в эту сторону работает. Вот как-то так.